мы спустились к пляжу Мелис. Мы здесь будем, приехали сюда мы после обеда. Будем здесь находиться полдня. Пообедаем сейчас и потом будем плавать. Ну, позже, до заката солнца здесь будем находиться. Лежаки здесь бесплатные, но надо что-то заказать. Обедаем в этом ресторане на пляже. Будем здесь до вечера уже. Подали кефир, они будут пить для разминки. Салатик, помидоры, огурцы, оливки подали. Хлебушек. Заказали муссаку. Фаршированный бифштекс с картошкой, соусом. И нам подали, мы заказали сувлаки хирино, Марина сувлаки кутополю, куриный шашлык, а я свино. Большие порции такие. Миля. Десерт в подарок, нам подали йогурт греческий с вареньем, наверное, весне, я думаю, да? Или черешню. Вот он этот прекрасный пляж. Остров этот большой, дикий напротив. И маленькие видны. Обратите внимание, в очередной раз обращаю ваше внимание на количество сосен. А мы лежим прямо под сосной синей. Потому что приехали в обед, когда была еще лютая жара. Сейчас уже покушали, ну, нормально. Прямо здесь под соснами люблю. На пляже есть бар. И так мы тут лежим в тенечке. Солнышко потихоньку садится, мы отдыхаем, людей вообще было так мало, сейчас вообще практически нет. Покажу вам от берега, как это все красиво смотрится. Конечно, это просто рай.